К стоматологу без очереди в нижневартовских поликлиниках ввели и совершенствуют эффективную запись к зубным врачам. Теперь пациентам, чтобы получить заветный талончик, не нужно приходить в регистратуру рано утром. Достаточно оставить заявку в течение дня, и удобное время приема будет назначено по телефону. А совсем скоро к врачам можно будет попасть с помощью интернет-приложения. Подробнее о проекте «Бережливая поликлиника» расскажет наш специальный корреспондент в Нижневартовске Алексей Шабанов. Вартовчанка Галина Дьякова с минуты на минуту ожидает приема. В очереди, как бывало ранее, ей сидеть не пришлось. Несколько дней назад женщина оставила заявку в регистратуре и вот получила приглашение к врачу. Вообще очереди нет нигде. Вы же видите, ни в регистратуре, нигде. Я лично не вижу. Может быть, еще интернет играет какую-то роль, что дома позаписались, потом пришли и все. Ну, в общем, хорошо, мне нравится. По статистике, время ожидания приема – неделя. По факту, бывает и быстрее, иногда 2-3 дня. Исключение составляет экстренная помощь. Пациента с острой болью примут в течение 2 часов. Впрочем, по словам врачей, сегодня их не более 5%. Такова тенденция развития отрасли. Стоматологическая помощь – это плановая медицинская помощь. Она составляет практически 95% из всех посещений, и только 5% – это экстренные посещения врача-стоматолога. Из года в год этот процент плановости он увеличивается. Это и подтверждается и доступностью стоматологической помощи, и, соответственно, качеством лечения. Гарантия этого качества – программа «Санация плюс» и так называемый санационный талон. Он выдается по окончании курса лечения и позволяет в ускоренном порядке обратиться к врачу в течение полугода при наличии любых жалоб. Тем, кто особенно тщательно следит за своим здоровьем, выписывают карту приоритетного пациента. По ней попасть на прием можно в течение 1-2 дней. По карте приоритетного пациента пациент уже имеет право через полгода позвонить в регистратуру, не приходить лично. И ему в регистратуре по звонку определяют время к этому доктору. Время определяется через 1-2 дня, то есть гораздо быстрее он попадает к доктору на прием. А в перспективе в учреждении планируют выпускать семейные карты приоритетного пациента. А уже с февраля записываться на прием можно будет через сайт поликлиники или с помощью мобильного приложения. Алексей Шабанов, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.